вы понимаете, вот это все не случайно. Раз здесь елка, шарики, значит, пора. С Новым годом! С Новым годом, дорогие друзья! Это будет удивительный год. В каждом доме будет елка и шампанское. Можно будет не платить за тепло, потому что весь год будет тепло. Потому что солнце Интерпайпа будет не только светить, а еще и греть. И в каждом доме будет телевизор, в котором будут совершенно нереальные новости 17-го года, которые будут еще лучше, чем новости 16-го. Хотя куда, в принципе, уже лучше. Впрочем, смотрите сами, в эфире «Нереальные новости» 2016 года. У всех елки, в каждом доме. Потому что традиция – покупать, ставить, украшать, чем попало. Когда-то украшали правильно. Конфеты, яблоки, подарки всякие полезные вешали. Очень красиво и полезно, например, на ветке смотрится свернутые в трубочку $20. Ну, еще лучше, конечно, если 100. А теперь что? Сплошные шарики? Круглые, блестящие, бесполезные. И бьются они еще. Блестят они, видите ли. Красиво сверкают. Вот я вам так скажу. Не все то игрушка, что блестит, и не все то шарики, что круглые. Расширение ассортамента – еще одна цель уходящего года. Цеха стараются освоить любую, даже самую нестандартную продукцию. Например, в ремонтно-механическом цехе после освоения чистовых осей и колесных пар задумались о производстве сувениров. Миниатюрные колеса и колесные пары делают из остатков металла, в то время когда станки не загружены основным производством. В этом году наш участок освоил производство чистовых осей и колесных пар. Но, к сожалению, для выполнения производственной программы нам не всегда хватает металла. И поэтому мы приняли решение уменьшать нашу продукцию. Служба продаж уже нашла способ продать новый вид продукции нашим старым клиентам. Миниатюрные колесики служат им как память о хорошей репутации Интерпайп. Вот вы как начинаете праздновать Новый год? По сигналу телевизора? По звонку часов, чтобы успеть до 12-го удара? Вот что там скрывать? Многие не успевают, а некоторые даже слишком рано начинают. Вот мы начинаем вместе с Интерпайп НТЗ. Начинаем всегда вовремя и вот по этому сигналу. И показываем старому году красную карточку. Пусть уходит старый год с поля! Давно пора! На календаре конец декабря. За окном холода и снег, а футболисты Интерпайп НТЗ уже вовсю готовятся к игровому сезону. Команда колесопрокатного цеха в надежде победить на следующем заводском чемпионате решила начать тренироваться не только после работы, но и во время смен. До начала внутризаводских соревнований осталось менее 6 месяцев. Да, это небольшой срок для того, чтобы натренировать хорошую команду и чемпионскими амбициями. Но тем не менее мы готовы попробовать и решили с ребятами даже в дневные смены тренироваться, отрабатывать мелкий пас, тактику, а также производить некоторые командные действия. Я уверен, что наша команда покажет достойные результаты на самом чемпионате. Почему без касок? Сегодня ребята отрабатывают короткие пасы, командную работу и точность ударов. Тренировки проходят в дневных сменах на участке мехобработки под зорким присмотром инженера по технике безопасности. Конечно, организовать безопасность тренировки в здании цехи было сложно, но ради футбола мы готовы на все. Это были «Нереальные новости 2016». Мы прощаемся с вами. До новых «Нереальных новостей 2017». С Новым годом! И пусть в новом году у вас будет абсолютно все. Пусть все новости 2017 года будут нереально приятными.